как аукнется, так и откликнется. Именно продолжение убеждения убежденных – правило выборов. В победе каждого, даже к победе непричастного. Но сторонники убежденных ведут войну. Ой, нет. Борьбу с целью. Именно цель-то одна – больше ведер с помоями. И когда наступает время окончания помоев, начинается, правильно, действо. Компромат, поклёп, слухи, интервью. И заметьте, со всех участвующих сторон в выборах. Каждый кандидат – вор. Неплательщик налогов. Не декларант имущества. Короче, все. С таким количеством преступлений и столько лет. А ведь были чисты, как лучший бриллиант, как свет солнца. Так почему сейчас? За что это нам? Знаю, но молчу. Вижу и молчу. Слышу и молчу. Короче, ждем следующих выборов для улучшения знания о всех элитарных народных представителях. Желательно знать заранее, а не до выборов, а то аукнется. Именно.